Так, мы тут проводили с вами фотосессию, хотела вам рассказать историю. Я вам часто рассказывала, как иногда я ругаю своих детей, как ругаю, я им делаю замечания, думаю, вот какая-то ошибка в работе у них произошла, и они вот Сержик, вместо того, чтобы ролл подарить, он может и шампанское, и ролл, и Лена такая же, и, в общем, орает такой же, ну, чересчур просто, понимаете, в бизнесе так не делается. Но, чему я сейчас веду, я сейчас вам расскажу. Историю. Дело в том, что мне недавно рассказали, что в нашем городе одна девушка, она, по-моему, предприниматель, купила цветы. Цветы на третий день завяли. И она в своем инстаграме, по-моему, или фейсбуке, я просто не знаю, рассказывала и давала отметку, что вот, эти цветы плохие, на третий день они свяли, мне испортилось свое настроение. Ну, я ее понимаю, ей муж подарил цветы, и получился такой казус, который, ну, ей неприятно на третий день. Хотя я часто покупала цветы, вот когда мне дарили цветы, не покупала. И я всегда видела, что на второй, третий день они так падают. Я не знаю, в чем причина, но мы как-то приняли это за факт. Ну, какая история случилась у нас? 2 года назад мы купили Ане столик, заказали столик письменный. И через какое-то время, месяца через два у него было день рождения, а Рай купил такой большой букет цветов. Он там, знаете, когда цветы в коробке. Мы эти цветы, он принес, я так хорошо помню, он принес, положил эти цветы на стол Ани. На следующее утро мы смотрим, что стол взбух, там почему-то стало протекать. Стол недавно купили, букет стоил 500 гривен, я хорошо это помню. Потому что я стала, я говорю, это что такое? Ну, он говорит, мама, на что ты будешь там например, за 500 гривен? Я говорю, так дело не 500 гривен в букете, дело же не в букете. Дело в том, что как-то неправильно упаковали этот букет, что стол испортился. Он до сих пор, жалко, я сейчас в кабинете, стол вот так прям. Я написала этому магазину, что, девочки, такая ситуация, стол испортился. А они говорят, такого быть не может, я говорю, слушайте, ну вот купили мы этот, я не вру. Положили, стало протекать. Там, видимо, потом я когда узнала у другого человека, который занимается цветами, он сказал, что там что-то они, видимо, не положили. Ну, факт не в этом. В этом мешался Сержик, и он начал, знаете, не Сержик мешался. Эта девушка почему-то решила через Сержика. Она мне, по-моему, написала, как я могу исправить ситуацию, что-то в этом роде. Я вот не помню, надо поднять переписку, я даже ее аккаунта сейчас не найду. А я, по-моему, сказала, что решайте как хотите, ну, имеется в виду, я вам предоставляю весь карт-бланш или что, и надо мне переписку посмотреть. Я хочу сказать, что я на этом акцент сильно не поставила, мне было просто очень неприятно и все. Сержик как-то, она Сержику написала, они же город маленький, боже, все друг друга знают. И он как-то сказал, что я как-то узнаю, в общем, я говорю, Сержик, ты зачем лез? Во-первых, это она со мной дела имеет дело, ну, со мной дела имела. Она со мной должна была до конца договориться, как этот вопрос решить со мной. Случилась такая ситуация. Она предприниматель, я бывший предприниматель, я ее понимаю. Я бы не начала наглеть, говорить, стол купить или что. Нет, ну просто какую-то компенсацию, конечно же, она должна была заплатить. Хотя бы за цветы даже вернуть. Ну, а Раек, Сержик, что они такие благородные, у меня дальше некуда. И это, и получилось так, что все это так затихло. Видимо, Сержик ее успокоил или что, но я считаю, что неправильно со стороны девушки. Понимаете, она со мной разговаривала, я ей написала. Со мной нужно было все возражения клиента закрыть. Я сейчас говорю, я говорю, Сержик, ты представляешь, если бы той девушке, которая на третий день цветы завяли, чтобы по вине цветочного магазина у нее стол испортился. Если она на этом, она вот говорила и дала аккаунт, отметку дала, то есть этот магазин, то есть, ну, как бы, репутация подпорчена. Она там какие-то переписки вставила, я не знаю, это мне рассказывали. Я говорю, ты представляешь, если... У этой же девушки или у другой в нашем городе испортился стол благодаря неправильной работе, неправильной сборке цветов, допустим, я не знаю. Что было бы? Я тихо, молча, я просто... И дальше это дело закрылось, я с испорченным столом осталась, она, естественно, магазин получил деньги за свои цветы, ничего мне не было, не компенсировано, ничего. И он начал, мама говорит, у меня хорошие отношения, хорошая девушка она. Я говорю, слушай, при чем здесь хорошая девушка и предприниматель, и какой-то казус, который случился, минус в работе. При чем здесь этот, мне можешь сказать? Он начал, вот у меня дети вообще, они очень немелочные. Вот их благородство иногда зашкаливает просто. Я очень переживаю, ну, хотя Райк всегда говорит, мам, мне Бог дает, и я даю. То, что у нас хорошее есть в семье, в жизни, это от того, от нашего поведения. Успокой меня. Мне даже было обидно, понимаете? Человек
цветы на 30 день этот, и он уже дал метки, ни одну, ни вторую, ни третью сторис об этом говорил, как мне, по-моему, наша работница была, она говорит, там сторисов много было, что конкретно об этом магазине, с этим магазином какая-то переписка велась и так далее. Зато у меня Сержик влез, не то, что Сержик влез, понимаете, я считаю, что девушка должна была конкретно со мной до конца доработать, закрыть возражение это, а не через моего сына как-то так находить ко мне пути, которые не дошла. Ну ладно, такое дело. Стол до сих пор у нас испорчен. Такой, знаете, сбухшийся.